История номер один. Ночь, 3:27. Я и моя жена спят глубоким сном. Как вдруг я слышу лай моей собаки. Пробудившись, я убедился, что лай не во сне. Еле открыв глаза, я пошел на первый этаж моего дома, чтобы посмотреть, что там происходит. Мы жили в большом доме, в поселке городского типа. Спустившись, я увидел мою собаку, лающую в темный угол, около телевизора. Я включил свет, так как в темноте ничего не было видно. Но к моему удивлению, в углу никого не было. Оглядев все комнаты на первом этаже, а также проверив все замки на двери, я пошел опять спать на второй этаж. Но уснуть я не мог. Все время у меня было ощущение кого-то третьего в нашей спальне. Открыв глаза и посмотрев вдаль комнаты, я увидел жуткую, тощую фигуру, смотрящую на меня из освещаемого фонарем угла комнаты. Затем оно встало, резко прыгнуло на подоконник, где была открыта форточка. С хрустом изворачиваясь, оно пролезло через форточку на улицу, а затем, перешагнув двухметровый забор, убежало в кусты и скрылось из глаз. В ту ночь я разбудил жену, собрал вещи и уехал к своей матери вместе с женой. Как потом оказалось, что в ту ночь в поселке было разбужено еще 15 домов. Их жители утверждали, что чувствовали чье-то присутствие в доме. 12 из них слышали страшные нечеловеческие крики во дворе. А у 16 была растерзана собака и выбиты все замки на двери. История номер 2. Это было 27 апреля 2018 года. Я запомнил дату хорошо, ведь помню, что тогда у меня начался отпуск. Было поздно, я уложил своего отпрыска спать, а сам пошел рубиться в доту. Я просидел 1,5-2 часа, так как на работу было не надо. Вдруг отрубили свет. Я решил посмотреть на часы. Тогда-то я понял, что уже пора ложиться спать. Я почистил зубы, уже стоял у кровати и собирался снять майку, как вдруг увидел в окне свет мигалки. Он был очень сильный и слепил глаза, но жену почему-то не побеспокоил. Кроме света был противный звук, что-то вроде плача ребенка, смешанного с работающей дверью. Я посмотрел в окно и увидел, что во дворе стоят скорые, менты и около 6 людей. Среди них я увидел высокого худого человека, который был на порядок выше остальных. Сначала мне показалось, что его никто не видит, но потом к нему подошел ДПСник в желтом жилете, и я вроде как успокоился. Наконец, проснулась жена, и я с улыбкой рассказал этот случай. Она сказала, что за окном ничего нет, никакого света, хотя я видел его секунд 20 назад. Посмотрел на улицу, там действительно ничего уже не было, ни скорой, ни полиции, ни прохожих, кроме высокого человека. Он смотрел в окно первого этажа соседнего дома. Мне стало не по себе, ноги начали дрожать и сгибаться, было ощущение, что я сейчас упаду и отрублюсь, но я начал приходить в себя. Я набрался смелости и крикнул ему: «Эй, парень, ты кто такой, что ты там делаешь?» Он посмотрел на меня. Я от испуга отвернулся и отошел на пару шагов от окна. Я решился подойти к окну снова, но человека нигде не было. Я позвонил в дверь к соседу. Он открыл, и я начал рассказывать историю. Но в самом начале он меня перебил и крикнул: «Ты тоже это видел?» Как оказалось, мы оба стали свидетелями этого странного события. Сосед предложил покурить на лестничной площадке и обсудить это в деталях. Он пошел за сишками. Я начал его ждать, и вдруг понимаю, что жду его слишком долго. Потом заметил еще странную вещь. Сосед всегда хранил пачку сигарет в кармане куртки, но сейчас он прошел мимо и даже не повернулся к ней.
Я начал кричать его имя. На седьмой раз я решился войти в его квартиру, но в ней не было никого. Когда я вернулся в свою квартиру, снова увидел свет мигалок в окне. На этот раз мне стало очень страшно, ноги полностью перестали держать меня, и я упал. Я чувствовал, что парализован и мог только закрыть глаза. Через некоторое время у меня появилось непреодолимое желание подойти к окну. Я в окне увидел знакомую картину. Скорая, менты, 6 человек, ДПСник, разговаривающий с тем высоким типом. Но на этот раз, в конце их разговора, высокий дрыщ показал на меня. Я снова упал со страха, но теперь быстро встал. В дверь позвонили менты. Они сказали, что сосед обнаружен мертвым на улице, я, главный подозреваемый. Они собирались меня увезти, но я отпросился попрощаться с женой и ребенком. Я жутко испугался, когда обнаружил, что их тоже нет в квартире. Я побежал к ментам, но их тоже не было. Вдруг появилось ощущение, что это был сон, и я действительно в это поверил, посмеялся над этой историей и решил пойти спать. Я проходил мимо кухни и вдруг увидел в окне голову того дрыща. У него были темные глаза и кожа, если ее можно так назвать. Оно улыбалось, зубы были кривые. Я от страха вырубился. Утром проснулся там же, где и упал, на полу в коридоре. Позже оказалось, что у меня не было ни жены, ни ребенка, ни соседа. Я сильно скучаю по ним и уверен, что этого бы не случилось, если бы я не играл допоздна в доту.